Ну что, всем привет. Сегодня у Иринки вкусные пирожочки. Всем приятного аппетита и приятного просмотра. Как говорится, ем и худею, да? Смотрите, какие вкусные, аппетитные, низкокалорийные. Также кофе из ведро. Потом еще конфетки. Ну как же без конфеток, да? Ну что, будем поедание пирожков? Мне не жирно, вам не знаю. Ну, всем приятного аппетита. Так, ну что, похаваем, да? Пирожочки, смотрите. Ай, какая вкуснотища. Да и невозможно наглядеться. Ну, вот как-то так. У меня даже сегодня салфетка присутствует. На пирожочках. Я так вас не уронить. Вот. Что у нас? Погода, короче, ужасная. Снега по колено выпало. Представляете, да? На Урале выпал снег. Вот, так что, кто желает прийти Женьке снег почистить? Мальчик или девочка? Но если никто не желает, то сидите дома. Да. У нас на улице холодно. Вот так вот. Вчера, знаете, прочитала такой комментарий. Я, говорит, ее смотрю, она моя мотивация для похудения. Я, говорит, за полгода 8 килограмм сбросила. Что-то мало. За полгода 8 килограмм. Я вообще... 8 килограмм это так, один раз посрать сходил. Вот так вот бывает. А пирожки вкусные. С рыбой. Так же без нее. Сегодня понедельник, день тяжелый. Переходим на диетическую рыбу. Давайте почитаем ваши комментарии. Комментарии. Так. Эхо тайны. Ирина, приятного аппетита. Огромное спасибо. Дети едят тоже с майонезом. Ну да, это же вкусно, так ведь? Эх, тайны. Вот так вот. Лидия, кто чихает? Никто. Где чихает? Не знаю. А, миру проще убить, чем прокормить. Почему? Почему? Я с вами не согласна. Лидия, тебе надо срочно в театральный. Ну, не берут. Как говорится, не берут. Пробовали. Вот такой
Смотрите, какой вкусный, полезный. Что Иринке в рот полезло. Так ведь? Тесто такое тоненькое, нежное. Вот так вот. Как говорится, покушаем на славу. Так ведь? Лидия, молодец, такая, какая есть. Ну, что теперь? Ну да, такая, какая есть. Вот сходили сегодня в магазин. Соседкой я ходил в магазин. У нас там Лариска, продавщица. Лариса, такая хорошая женщина. Полчаса постояли, потрындели с ней. Ну, ей же скучно. Мы пришли, ее поразвлекали. Правда, снега по колено. Ну ладно, что теперь? Вот это... А вот это плюс 4 будет. Плюс 4 завтра будет. Этот снег весь растает, и опять будет каша. Он уже выпал бы, так выпал. Так ведь? Ну, что какая херня. Небо по коленам. Елена Берила. Привет вам, Елена Берила. Как ваши дела? Приятного аппетита. Спасибо, Елена. Удачи и исполнения всех желаний. Спасибо, Елена. Говорит, нет слов. Одни слюни. Угу. Ну и шикарные пирожки. Пишет мне, Ира, забеременеть от фантазии невозможно. Я тебе открою секрет. Чтобы забеременеть, надо спать с мужиками. Так, кто вам не дает спите? Ну чё? На... У кого-то фантазия, но это у вас, если честно. Но я же вам ничего такого не сказала. Так ведь? А вы начали свои думки писать. Забеременеть. Ладно, я вам честно признаюсь. Хотите? Не признаюсь. Не скажу я вам. Не скажу. Как говорится, меньше знаете, крепче спите. То у вас и так сон плохой. Угу. Вот. Очень плохой сон у вас. Вы очень много нервничаете. Ну что теперь делать? Лидия. Нет, я не одна в доме живу. Я не одна. У нас тут народу много живет.
Ну а почему вы их не видите? А зачем? Для чего? Это мой канал. Что хочу, то и делаю. Кого хочу, то и снимаю. Понимаете? Что хочу, то и ем. Угу. Ну так вот. Так что вот, девочки и мальчики. Лора. Ирина Сергеевна, вам нужно челку отрасти. Ну зачем? Я не люблю с длинной челкой. Мне не нравится. Мне ее надо наоборот постричь. Красоту закрывает. Удачи вам. Вкусной кашки. Спасибо. Мешки под глазами. Не знаю. Это я тут, что ли? Так я не высыпаюсь. Девочки, мальчики. А куда дальше камеру-то ставить? А? Дальше не могу. Некуда дальше ставить камеру. Так, смотрите, какие красотищие пирожки. О! Это чтобы утряслось у Ирины Сергеевны пирожки, надо съесть конфетку, да? Княжеские. Ну что, нормально, есть можем. Оля Видова, привет. Каша. Оль, так это же не утром было, то вечер был каша. Вот так вот. Алена Анатольевна. Алена Анатольевна пишет. Ириночка, мне кажется, вы прибавили весе. Да не, Алена, тебе кажется. Аленка, кажется. Потому что я в экран не влазю. Ладно, я скоро новый телефон куплю, еще один. Я так-то думаю, планшет надо взять. Да? Хотите пирожочек? Приходите. Только с добрыми намерениями. Позорище. Где? Позорно. Марина Маришка. Женщина Ира, звезда эфира. Звезда Ютуба из своего брюха. Надя, твои 34 года надо жить отдельно от родителей. Им нужен отдых. Так они отдыхают, у них каждая своя комната у родителей. Я ничем не стесняю. Вы знали бы, сколько у нас тут народу живет. Я ж не одна тут. Понимаете? А с кем я буду говорить, догадайтесь сами. Ладно.
Напрягите свои извилины и подумайте, с кем Иринка тут может. Галине Юрьевне привет. Кукарекают петухи, курицы кудахчут. Ладно, Галина Юрьевна, спасибо. Алена, ужасная одышка у меня. Ну что теперь делать? У меня у всех, между прочим, есть. Ой. Не только у меня. Какая вкуснотища, да? Пирожочки, смотрите. Какие вкусные, низкокалорийные. И полезные. Так, Екатерина Вакуева. Ну, я если правильно прочитала, мне просто я говорю, у меня старый телефон, у меня там, короче, экран поплыл. Он весь пятнами покрылся, экран. У меня как бы плохо видно комментарии. Кашка была на молоке с сахарком, со сливочным маслом. Бомба, пушка, ракета. Кашка была вкусная. Екатерина. Вот так вот. Так что в наше время телефоны долго не живут. Чему? Где-то около 3 лет телефону старому. Ну, экран уже все поплыл. Он у меня и падал. Ну, что только с ним не было. Так я думаю, он уже свою жизнь отжил. Еще чуть-чуть. Все. Кирдык ему пришел. Понимаем? Конфетки, кстати, вкусные. И полезные. Все полезно. Что Иринке в рот полезло. Вакуева. Угу. Тут даже 2 ответа написали. Так, чего? На сливках 30%. А, ладно. Нифига себе, вы все уже про меня знаете, все за меня решаете. Я офигею. Понимаете? Думаете сами, решайте сами, иметь или не иметь. Так что все. Я поела. Кавказу глазками похлопала. Ножками потопала.
Сейчас пойду я, короче, знаете, куда? Куда не ходят поезда? Кофе из большой кружки выпил. Выпила. Все, я поела, было очень вкусно, великолепно. Зацените еще раз пирожочки. Вкусненькие. Как говорится, ем и худею. Конфеты тоже ничего были. Вот. Даже все. Мальчики и девочки, всем приятного просмотра. Ну, что еще хочу сказать. Будьте добры, и мир к вам обязательно потянется. На этом всем пока!